Долговая политика – это деятельность органов власти по управлению государственным долгом. Она формирует идеологию управления государственными заимствованиями, определяет стратегию и тактику управления государственным долгом. На 1 января 2013 года наш долг был 14,8 миллиардов рублей. На 1 января 2016 года он составил 29,6 миллиардов рублей. По состоянию на 1 января 2016 года долга перед банковскими структурами у нас не было. Долг Оренбургской области перед государством задержался еще с 1997 года, когда Оренбургская область дала одному из предприятий на востоке области гарантию. Вскоре оно разорилось, и долговые обязательства предприятия стали обузой для бюджета. Другие долги Оренбуржья – это бюджетные кредиты 2010-2015 годов. Это размещение облигаций 2012 и 2015 годов выпуска и выдача государственных гарантий в 2011, 2013 и 2015 годах. За прошедший 2015 год нам удалось снизить объем нашего долга на 586,4 миллионов рублей. И при этом мы закрыли кредит, который брали в кредитной организации. В 2014 году у нас остался остаток на 1 января 2015 года 750 миллионов рублей. Вот мы его весь закрыли. Американская корпорация Fitch Rating, известная в основном как рейтинговое агентство, которое специализируется на экономических исследованиях в области страновых рисков. С 2011 года она проводит мониторинг каждое полугодие. Оренбуржье по рейтингам агентства находится на уровне кредитоспособности ниже достаточного. В честь Оренбургской области с удовлетворением можно сказать, что вот 4 марта текущего года в очередной раз нам подтвердили кредитный рейтинг на уровне BB с стабильным прогнозом. Ни разу мы ниже не были и надеемся, что и не будем. В целом, по словам Татьяны Машковой, государственный долг Оренбургской области управляем. Кстати, по его объему Оренбуржье занимает 58 место из 85 субъектов Российской Федерации. Наталья Иващенко, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.